Всем добрый вечер, клуб Александр Невский. Сегодня покажем, поделимся комбинацией партера. Переворот ключом, выход на удушение со стороны головы и потом выход на узел локтя. Начинаем бороться. Продергиваю партнера, ставлю на четвереньки. Делаю переворот ключом, то есть забираю правой рукой из-под его левой руки, рука на затылок, замочек подтянул к себе, перевернул отсюда. Контролирую и отсюда выхожу на удушение со стороны головы. Да. Дернул, прилип, перевернул, забрал голову и отключил. Но бывает так, что партнер здесь руку освобождает вот сюда, и мне уже не очень хорошо душить со стороны головы. Я пытаюсь, он меня контролирует плечом. Что отсюда делаем? Вес тела переносим на него, приподнимаем таз, левой рукой освобождаю его локоточек и прижимаю к себе. Правой рукой забираю или куртку, или не куртку, это просто его корпус, и ухожу в сторону ног ногами, забираю одну ножку вот сюда и делаю отсюда узел. Дернул, поставил ключ. Удушение со стороны головы. Если рука свободная, съехал вот сюда захват, чтобы у меня была амплитуда движения. Перехватил, где могу. Если пояс есть, пояс перехватил хорошо. И На нем. Падаю на спину. Зарядил ножку. Вот сюда. Рука контролируется. И ломаю вот сюда. Вот такая несложная комбинация. Самое главное, чтобы сегодня был контроль. Спасибо.